219 серия Мурманск-Магадан, трасса Р-504 Колыма. Будет пройдено 48 километров. Будут пройдены поселок Бурхала, реки Дебин, ручей Пахомыч, ручей Сахатная, ручей Ценный и ручей Последний. Серия закончится в поселении Ягодное. До Магадана менее 600 километров. Вот слышали характерный звук, наверное. Это пытался в ручном варианте экспозицию установить. Во время привала иногда просматривал некоторые кадры, некоторые файлы. Но ввиду того, что на улице было темно, картинка казалась нормальной. Но в Магадане днем стал просматривать некоторые файлы и просто ужаснулся, насколько отрицательно влияет эта ручная экспозиция. Автоматическая нет на этом видеорегистраторе. Насколько ручная влияет в большинстве случаев отрицательно. Поэтому на обратном пути практически ручной регулировкой экспозиции не пользовался. Ну вот, смотрим дальше.
индикатор более точный. Более точный. Левостороннее движение у нас здесь. Вон золото моют с левой стороны. Стоят какие-то установки. Развернитесь. О, блин.
тысяч. Хороший человек, наверное. Через 600 метров поверните налево. Все. Кончилось. Плохо.
Трасса Магадан, Р-504.
стоит, наверное, постоянно передвигается, то совсем другая политика. Даже размер. Через 500 метров развернитесь. Развернитесь.
я из канистры вылью в бак, а в канистру налью бензин. Режим записи. Так, какой-то странный аппарат здесь. Кашкадари, водитель, второй год здесь, говорит дальше. Поверните налево, затем поверните налево. Заправка. Здесь.
152, тут дешевле. Странно, блин. Так.